Быстрая атака, и вот вторая возможность у Косты. Он сыграл и бьет удар, и гол, и ответный мяч. Я предупреждал, это нигерийский форвард. Быстрый ответ. Коста снова, зимбабвеец, сместился в центр. Мяч получил Кихин де Фата, и вот первый гол. Первый гол, и какой важный в составе Праги. Ну, понятно, сейчас понятные эмоции Леонида Слуцкого. Знаете, слишком долго праздновали, наверное, и вот убивались этим забитым мячом. Они вот так разыграли и Крейчи, и головой, и хорошо подыграл. Но тоже, видите, не без доли везения. Рикошет, а к тому же еще и рикошет, друзья мои, от пятки. Ой-ой-ой-ой-ой, от пятки Сергея Игнатьева.